чувство. Всем привет! С вами Аркс Блюй. И мы продолжаем прохождение метро 2033 Редукс. Мы остановили в этом месте, да, где у меня очень сильно падает ФПС. Ой, ёпшу твою медь. Пошла отсюда, псина. Пошла. 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 Пошла, псина. А, меня ударила, да, тварь? Блин, как же ФПС-то просел. Может, нам не надо ее убивать, а? Сложно убить, когда у тебя 10 ФПС, это забей. Ой, пошла в жопу, короче, все. Ага, помоги. Так, сейчас, секунду. Посмотрим, куда идти. Блин, че же он так просил-то? Достанет, нет? Не достал. Ах, тварь. Да хочется убить это говно, но это почти нереально. Такими лагами. Пошел в жопу. Так, куда нам идти дальше? Давайте посмотрим. О, сюда вот эти. Да, в этот дом? Да. Мы на правильном пути. Так, всякие взрывчатки. Вот когда некоторое время не поиграешь, например, там полдня, день, ты так отвыкаешь от игры, это просто забейте. Я уже все отвык. Как будто я первый раз запустил. Давайте какой-нибудь скример там, жопу давайте волозатую. А, не, нормально. Вот, и мне нравится, замкнутое пространство. Хотя, почему-то я слышу какие-то звуки странные. Я вооружился по полной и отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи! Кстати, в прошлой игре я вспомнил, да. Спасибо, что комментарии написали, мне напомнили. Когда я стрелял там, некоторые загорались огнем. Это я стрелял, это валюта, я вспомнил, да. Здесь же в игре есть обычные патроны, а есть патроны как валюта. Ты можешь ею расплачиваться или можешь там стрелять, когда у тебя нет патронов. Так, я кого-то слышу. Я понимаю, нам идти сюда, вниз. Что-то мне это все не нравится. Эх, блин, что-то тяжеловато играть в 8 утра. Сейчас, подождите. Надо проснуться. Я думал, это какой-то мутант. Получается, что я стреляю валютой, да? И получается, у меня на него патронов вообще нету. Как, подождите, поменять патроны? Можно как-то? Сейчас, секунду. Управление, клавиатура, оружие. О, инвентарь у нас даже есть. Подождите, я еще не помню, чтобы это инвентарь был.
Да ладно, у нас есть инвентарь, вы прикиньте. А я забыл что-то. Так что мне никак не помогает. Я не понимаю, реально, подождите секунду. Как-то, наверное, можно... Сейчас у меня в оружии это валюта. Я не хочу тратить деньги просто так. Блин. Потратил деньги, молодец. Ладно, сейчас разберемся. Секунду. Оружие 2-3, огонь. Правая кнопка мыши, перезарядка. Дополнительное оружие. Ясно. Ну, короче, я не знаю. Будем ходить с дробовиком нашим любимым. Так, мне идти туда, но там еще был наверх путь. Наверное, опять будут эти оборотни тупые. По-любому. Ага. О, не, братюня. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Прикольно. Вон эта тварюга. Быстрее. Давай вперед двигать. Вот дерьмо. Слышишь это? Так, автосохранение. Но это только один звук. Сейчас эти мрази прибегут. На, мразь! На! Давай, братья, перезаряжай. Главное, главное что? Помнишь, Артём? Помнишь? Главное, вон, да. Жёлтый снег не есть. Да закрой пасть. Вот. И заметьте, да, эти мрази бегут на меня. Пошла в жопу. Фу, я вовремя остановил. Мне кажется, они его убьют, да, специально по сценарию. И я уже типа сам возьму оружие. Давай, чему, ну. Я в тире был. Ой, как вас много-то. Да господи, с такими лагами это забей. Не, все-таки можно, кстати, останавливать оружие, это хорошо. Блин, а. Я не успеваю все одновременно делать. Ну, господи, давай. Спорим, они его убьют? Не, смотрите, не убили, я думаю, не убьют. Неужели он так просто дашь мне свой калаш? Интересно, вот... Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной.
Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. О, калаш. Первый пошел. Пока. Пока. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. И что, нам теперь всех их надо будет убить? Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Пока! Я пошел домой. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. О да, детка. Твоя киска в зоне риска. А-а-а, калаш! Калаш-алкаш! Ой. Только из него, наверное, сложно стрелять будет, как Counter-Strike. Какая вкусняшка, смотрите, а мы сможем его скушать как-нибудь? Ой, я думал, я его взял. Их, наверное, убивать нельзя, дайте угадаю. А их можно убивать? Нет, наверное, нельзя. И чё, по стелсу проходить? Да вы чё издеваетесь? Я никогда не любил про стелсу. Вот же, сука! Ах ты! Вот падла! Если они будут стрелять, то я тоже буду стрелять в них. Всё просто. Заныкался. Сучара! Руки вверх! И медленно выходи! Сейчас найдём, зуб даю. Ничего, найдём лошару. Все пучком, пацанчики! Ну да. Чё, что подумал? Ищем сучару! Двинули! Ищем сучару! Я, наверное, зря так сделал? Ой, ёж! А кто его убил? Я не понял, подождите. Его кто-то убил, вы видели, да? Странно, он почему-то шел и просто сдох. Давайте поиграем в эту игрушку, давайте. Придется мне вас всех поубивать. Чисто потопали искать, сучонка. Я не хотел этого делать, ну что ж. Тут здесь только патронов будет. Так. По идее, нам здесь надо все исследовать, наверное, надо. О! Ха, я нашел, как протирать сраный противогаз. Не всех убиваешь от этого выстрела.
Это что, пошли эти, что ли, опять деньги? Ой, как заколебало меня это. Как вонючие деньги убирать. Ладно, я потом посмотрю обязательно после этой серии. Потому что тоже стрелять деньгами мне это неинтересно, честно. Вроде я поднимаю кучу патронов. И постоянно их нету почему-то. О. О, брейкдансер? Ясно, ясно, понятно. Сейчас найдем, зуб дай. Ну ты пес. Так, ладно. Значит, потом будут придумать нас с патронами. Ну смотрим, все. Первое дело мы сделали, да? Они хулиганили. Нам бы наказать. Сами на меня напали, я бы никого не трогал. Идем потихонечку. Ну, они что думаю, они подписали себе смертный приговор, сухарь. Что в каждой раковине там красные, красные пятна, красная кровь. Засада, да? Дайте угадаю. Шухер, пацаны! Шухер, пацаны! Пацаны, шухер! Ох, как прям в яблочко ему зашприганил. Опять в яблочко. О, да вы что, издеваетесь, что ли, шмыри? Офигеть. Нехило меня такая, покромсали. Покромсали. Нормально, все же здоров. Прижал эту падлу! О! Пистолетик. Граната, нам не нужна граната! Нам граната не нужна. Блин, ну жалко, что он не может стрелять нормальными пулями. На, тварь. А здесь мы не пройдем, да? Ну только туда идти. Они даже ко мне не подходят, твари, а. Граната, бля! Граната. В оборот! У них патроны бесконечные, нет? Патрончики нашли, нормалек. Я не сука, я кобель. Ну ты прижимала, ну ты прижимала. Так можно так случайно кого-нибудь хорошего убить так. Будь осторожным. Вдруг кто-нибудь, какой-нибудь, это, заложник будет стоять, да, я ему так в череп пук и все, и нету его. Так, ну мне это нравится, я обожаю такие миссии, отлично. О, мутант. Еще мутант. Прикольно. Отсюда мы не выйдем, да? Да, молодец. Это я уже потом понял, что я наступил на это говно.
Сначала ты наступишь, потом подумаешь, а, вроде я что-то наступил. Давайте быстренько пробежимся. Это такой же у меня дробовик есть, да? У меня есть самое главное оружие, это калаш, все, я им доволен, великолепное оружие. Мне нужно будет потом, после игры, посмотреть, да, там, управление, как использовать нужные патроны, потому что я уверен, что у меня есть патроны на калаш и на это оружие, просто нужно как-то заменить. Пока мы поиграем это в этой серии с дробовиком, да? Хотя с калашом, конечно, я получше бы себе сделал. Ну, у нас так же проблем нет, у нас не убивали, по-моему, ни разу еще. О, это типа... Я вообще сюда пришел? Нет, говорит, не сюда. Опасно, конечно, так идти, блин. Без дробовика. А зачем мы эту фигню сделали тогда? Подождите. Я думаю, неспроста ее сделали. А я куда вернулся-то? С самого начала. Ну ладно, все, берем наше говно и пошли с ним. А, да залезь ты, инвалид! Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноглазый или... Я Артём. Чё за... В смысле, убили этого бомжа? Можешь опустить свое оружие, юноша. Артём, нет! Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Да. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Патроны, смотрите, настоящие. А здесь деньги. А здесь патроны настоящие. Бред тупейший. Бред ДЦП. Чувак, прости меня. Я не смогла. Ой, не смог. Перепутал пол, бывает. О, Мишка. Так, калаш у меня уже... О, два калаша, офигеть. Пойдем, братюня. Что ж, мудрое решение. Видели? А я говорил, что нас не обманет, а мы калаш получили. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого... Да, на самом деле жаль. То есть я говорю, что ему можно было доверять. Мы ему доверились, я ни капли не пожалел. Жалко, что его убили. Хотя это его вина, что его убили. Никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Ну бы противогаз-то снимать, что я с ним в нем хожу, как дебил. Реально, надо запомнить, снимать противогаз. Одевать его нужно только на улице, радиация. Они знают, что мы здесь. Кто? Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Да, они здесь, я слышу.
Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот... Ой. А он знает меня. Извиняюсь, не то сделал. Пойдем. Ладно, да, уберись. Да, патроны стали правильными. Я ничего не понимаю. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Само собой. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Так идем, ДЦП. Ну быстрее, дай мне залезть. Дай быстрее, этот идет за мной. Уйди нахуй. Ой, нафиг. Уйди нафиг отсюда. Так, заметка number one. Я привык к опасностям. Привык, что человеческая жизнь может оборваться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по руинам города, населенным одними мертвецами. Но все это было реально, постижимо. А то, что происходит вокруг Хана, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним, страшно. Он может меня изнасиловать. С ним мне начинает казаться, что все, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о самом себе, все это глупость, все ложь. Мне ни на что больше опереться, ни на Хана положиться. А, господи. Мне ни на что больше опереться, ни на кого положиться, кроме самого Хана. Еще одного случайного попутчика. Или не случайного, или это судьба. Мама! Где ты? Ты что стоишь? И даун, иди. Это баг, да, дайте угадаю. А, вот как он зажигает. Они могли написать, чтобы я поджег это говно, нет? Хана Монтана, пошли. В сторону, Артём. Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Понятно. Идем же. Так, мне противовонь не нужна, да? Противовонь ко мной. Но он же ходит без него, наш не надо. Я же устал ударяться об его вонючий рюкзак, обосранный. Замри и смотри вперед. Я смотрю на тебя, дальше мне ничего не надо. О!
Давным-давно тут бушевала жестокая битва. Сейчас скример будет. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Давай. Кастанай лапио астериум манта. Жопа трепещет, говно течет. Манта. Я срал сегодня утром и не вытер жопу. Говно разлетелось на ваши лица. Пошли вы нахрен, мудаки ссаные. Помоги мне, братюни. Мне понравилась его спина мускулистая. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Хорошо, мужик. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. А этим дышать можно? Наверное, можно. Пока я вроде не подыхаю. Я кого-то слышу. Сосредоточься. Я глаз почесал, подожди. Офигеть, коробка. Коробка. И чё? А чё ты мне не помогаешь, дебил? Сосредоточься. Не, мне нельзя стрелять первым, я уже говорил. Конченый, чему стоял, смотрел. Проклятие. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Видели, я до последнего ждал. До последнего, чтобы не атаковать, а? Ничего не понял. Смысл? Какой был смысл? Он стоял, что-то ждал. Я открыл дверь, он стоит, смотрит, как меня убивают. Да пролезь ты, жопа обосранная, давай. А, там была радиация где-то, да? Сосредоточься. Я уже заслышал это говно. Чувствуешь? Оно приближается. Да? Замри. Называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Меня тут задержат, помоги!
страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Так, ну их, наверное, лучше убивает дробаша. Готовься. Чудовище возвращается. Пошли нахрен, мрази. Да, пошли. Да что ж ты такая тварь, помоги. А их много. Ну калаш, давай. Помогите. Много-много вас как-то. Он быстро перезагружается, хорошо. Я не могу попасть в это говно, сдохни уже, чмо. Смотрите, она еще не подыхает. Не, здесь, конечно, одиночными выстрелами вообще бесполезно. Лучше всего только из дробаша-то, дробаша убивает. Тварь, я целая обойма уходит на чмошников. Будь наготове. Не стоит. Вот так оно и происходит. Живой пример. Так. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. А, ну как обычно, короче, да. Поехали, братюня. Думаешь ли ты, что люди полюса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Те, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Ну и все. Станцию снова атакуют. Все. Прошли мы далеко, интересный был выпуск, всякие аномалии. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!